криминальный авторитет Ильшат Иванов, который сейчас находится в одиночной камере СИЗО, объявил бессрочную голодовку. По словам адвоката, она продолжается уже шестой день. Также он сообщил требования Иванова. Сторона защиты считает условия содержания в СИЗО, в частности, запрет прогулок на свежем воздухе и отказ в проведении медицинского освидетельствования, жестоким и унизительным отношением. Именно это и послужило причиной голодовки. Напомню, Ильшат Иванов был арестован в сентябре 2012 года. ЧП в аэропорту Байкал. Сегодня утром в 8:50 все пассажиры и работники аэропорта были эвакуированы. Подозрительный багаж обнаружили сотрудники службы безопасности. Как оказалось, шум был поднят зря. В сумке находились личные вещи. Уже спустя полчаса нашелся и ее хозяин. Им оказался работник «Бурят золото». Мужчина отправлялся спецрейсом Улан-Удэ Таксимо. Спектакль бурятского театра драмы имени Хацана Мцараева вошел в большой финал национальной театральной премии «Золотая маска». В предварительный список на соискание престижной национальной театральной премии вошел спектакль «Августовские киты». В спектакле занят Золотой фонд театра. Дарима Сангажапова, Людмила Дугарова, Марта Зариктуева, Михаил Елбонов, Олег Бабуев и Баста Циденов. Спектакль поставлен в рамках творческой лаборатории под руководством известного театроведа Олега Лаевского. Постановка представлена в формате малой сцены. Места для публики расположены прямо на сцене, и действие разворачивается в непосредственной близости от зрителя, что, несомненно, рождает чувство особой сопричастности с происходящим.